Минут 20, да? Не. Ну, вода, зови, да? Вот мы поднимаемся. 5 минут. Да, снег. Он еще так резко остановился, и вагончик так болтается. И сразу матка так бам, убежала. Елки-палки. Еще стекла такие зеленоватые. Но тут еще зеленее кажется. Тут прикрепленное, да. Солнце, чтоб не долбило. Ветер свистит в проводах. Лучше гор могут быть только горы. Где орлы, одни воробьи какие-то? Плывут мы в Чегеме наблюдали. Это маленькие орлы. Там вот. Там, конечно. Не, ну вот этот здоровый прям. Молодец, прям вылетел с дороги, что ли. Вот там горная река. Ой, как это ему. Осталось далеко внизу. Сейчас. Обсерватория. О! Какая красота! Да, не столбы! Столбы! Обсерватория наверху. А по-моему, здесь не было никогда, или была? А я не помню. И в этом Зеленчуке. Да, Зеленчукская обсерватория. Там же самый крупный, тот самый, как он называется? Телескоп в мире. Один из самых крупнейших телескопов в мире. Зеленчуке? Да. Как-то низко. Совсем. Вот уже стоп, снежные стоп. Вершины. Вдали. Что-то жарко так резко. Вниз никого нету почему-то. Странно. Все пешком. Все там остались. Домбай самый. О, ну самое интересное, что трасса да и жилышная. И спускались да. Прямо к этому. Вот туда вниз. Подножие, да. Ну и спускаются. Вот если... здесь вот, когда снег туда вот. Когда снег будет, горнолыжный-то сезон-то. Здесь как раз-таки вот и спуски идут. Сейчас-то нет сезона-то. Алло. Подожди. После вчерашнего, что ли? Горы вдали. А здесь прекрасно. А вот это вот черная. Чеки текут. Дорога. Да, это лыжная трасса, которая сейчас, конечно, ну, не работает. Как отдыхай. Снег упадет, вот да. Тут будут спускаться на лыжах. Вот водопад небольшой, но очень симпатичный. Вот вы туда смотрите. А что там? Посмотри. Выше, скорее всего. Выше нету. Вот тоже снежная вершина. Машки, смотри, горы. Альпийские. Что покрывает все да. Это, да? Это уже вторая, по-моему, линия пошла. Наверное. Вот водопад. Да, он же первый уже вот да. Заканчивается. Потом запилили номер. Какой зелень. Нет, Домбай красивее, конечно. Там хоть летом, хоть когда снег. Ну, там, видишь, там оно как. Все уже там. Ну, ладненько. Вот еще один водопад. Вдали. А так снег сразу наверху, смотрите. Ага. Ясно. Ну, вот поднимаемся уже. Красота, конечно, необыкновенная везде. Трое там их. Нет, да. Ну, вот за нами. Да вот за нами прямо люди там спускаются. Можно тут дойти пойдут. Ну, а мы здесь 29 лет не были. Где машинки? Ага. А я думала, Домбай поехали, говорит. Ну как вот? Конечная станция. Федя, Далик. Ну, конец первой очереди. Будем говорить. Да, горы засрали. Ой, дядька, смотри, пешком спускается. Да. Экономит. Хотя, что подъем, что спуск за одну и ту же цену. А вон, смотри, тоже какая. Как речка. Это я снимаю это все. Да, вот вдали река. Ледник. Ах ты, смотри, он как что-то там, как выступ, как водопад. Вот мы на первой очереди. Вот вдали ледник. Река.
вершины снежные. Несмотря на солнце, ветер холодный.